Добрый день, дорогие друзья. Я вас приветствую на Пионерском проспекте 263. Экотель Моретель называется. Смотрите, ребята, вот они, уже дюны. И мы здесь были еще в начале лета. Сейчас мы покажем, успели ли ребята запуститься и что у них есть вообще в услугах. Свой собственный пляж, очень красивая территория и домики под ключ. Приятного просмотра. По забору я вам расскажу в конце видео. Ребята обещали сделать дорожку. Выполнено. Сделать парковочку. Здесь выполнено. Давайте посмотрим, как выглядит территория. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, и я управляющая сети отелей Моретель. Территория нашего отеля охраняется Росгвардией. Полностью установлено видеонаблюдение. Входит парковка для наших гостей. Она абсолютно бесплатна. Можно прийти с моря помыть ножки. Дополнительно, чтобы не создавать очередь, мы сделали еще две многомойки на территории. Как и обещали, мы сделали полностью благоустройство территории. Вот он, наш обещанный фонтанчик. Также у нас установлен уличный кинотеатр. Наши гости очень довольны. Показываем вечером кино и мультики. Каждый вечер у нас киносеанс. Для наших самых маленьких гостей мы, как и обещали, установили детскую зону. Кто хочет нам приехать, все контакты есть под видео. Действительно, порадовал этот фонтанчик. Выглядит это очень клево. И под него можно даже пробежать, так сказать, освежиться. Друзья, посмотрим один из домиков. Вот-вот заезжают в него люди. И у нас есть буквально несколько минуток. Приглашаем вас посмотреть наш свободный домик. На входе в домик есть место, куда положить вашу обувь, какие-то там полотенца, вещи просушить и также столик. Это полностью ваша терраса. Заходим вовнутрь и обращаем внимание, что это гостиная. С левой стороны у нас кухонная зона, оборудованная полностью всеми предметами, нужными вам. То есть есть холодильник, наборы посуды, микроволновая печь, телевизор, кастрюли, стаканы и вилки с ложками. То есть полностью все необходимое. Стол со стульями и раскладывающийся диван. Домик полутораэтажный. И вторая зона делалась для детей. Но ее, как показывает практика, используют взрослые. Детей играют вниз, а сами там наверху. Вот такое вот у нас детство. Это санузел. Здесь есть туалет, раковина, зеркало и большая душевая зона с тропическим душем. Также имеется фен. Вторая дверь у нас ведет в спальню, которую как бы рассчитывали, что будут использовать взрослые. Здесь двухспальная кровать. И как шкаф используется вот такое вот место для хранения. Очень много его здесь пространства. Есть плечики, сейф. Сейф прикручен к стене, не унесут. Вдруг вы в наше лето замерзнете. Есть обогреватель. И смотрите, что розетка сделана с USB. Мы поднимаемся с вами на верхний этаж. Покажем, как там. Вы можете увидеть, что здесь две кровати, две тумбочки. Есть дополнительная подсветка и вот такой вот мешок. Высоты достаточно. 1,75 м рост. И еще остается пространство. Кровати эти можно сдвинуть. И получится двухспальная ложа. Чем, собственно, взрослые пользуются. Просили обращать внимание на пожарную безопасность, огнетушитель и систему сигнализации. Цена сейчас составляет за четырехместный домик 9900, пятиместный 10900, шестиместный 11900. И очень наши гости просили, чтобы мы сделали бронирование от 2 дней. Мы исполняем ваши желания. Теперь вы можете забронировать наш домик от 2 дней. Также, если вы просто приезжаете сюда на пляж, вы можете взять в аренду у ребят САП. Номер телефона указан, позвонили, вам все расскажут, проинструктируют и пойдете кататься. Здесь рядышком есть еще вот такие вот домики, друзья, с территории вот из песка посередине. Тут полное заселение. Я ссылочку под видео оставлю на прошлый наш видеосюжет, и вы посмотрите, как они выглядят внутри. Ну, с детьми все живое, все как есть. Перед пляжем, на который есть настил, здесь ребята сделали, как и обещали, зону отдыха. Это отдельно для бургерной, то есть люди, кто приходит, покупает там поесть. А здесь вот навес, как раз таки в таком стиле. Домиков тоже эко. Стол есть и качель. Сделали очень интересную фотозону. Еще одна такая качель, мангальная зона и еще одна беседка. То есть можете прийти здесь провести время. Если вдруг вы сами не хотите себе готовить, то вот ребята организовали здесь точку питания, напитки и все остальное, что вам только может захотеться. И отправляемся на пляж. То есть до пляжа здесь 0 минут. Просто мы уже на пляже. Ребята обещали здесь сделать зону, как говорится, отдыха, поставить тоже какие-либо беседочки. Но пришел хозяин участка, который когда-то их купил, и установил здесь кучу заборов. Хотя это зеленая территория, это первая санитарная, здесь залили бетон. Я вызывал сюда полицию, и никто никак не отреагировал.
Это происходило буквально недавно. Вот эти домики, которые мы показывали, с ними я тоже воевал, но они были построены уже по документам, к ним, как говорится, там особо не подкопаться. Но вот это появилось в нынешней истории. В общем, так и живем. А самое обидное, что я здесь еще 5 лет назад ходил в лесу. Настил каждое утро, вечер чистят, чтобы было комфортно проходить. И здесь довольно-таки красивая картинка. То есть мы идем на пляжик, а впереди у нас уже морешко, буквально после нескольких шагов. Выглядит это невероятно красиво. В стоимость проживания входит пляж, на котором вы сможете воспользоваться всеми его благоустройствами. Например, вот с левой стороны это санузел здесь стоит. Причем он подключен к центральной канализации и воде. У нас сегодня красные флаги, море волнуется, но от этого, как говорится, не становится грустно, потому что на море можно приходить и наслаждаться морским воздухом, который именно во время шторма насыщается очень большим количеством йода. Обратите внимание, какие красивые у нас в этих местах дюны. Я их здесь просто обожаю, потому что постоянно именно здесь занимаюсь фотосессиями. Красивейшее просто место. Заходим на пляж. И здесь вы можете увидеть, что есть лежачки, есть беседочки, есть спасательный и медицинский домик. С левой стороны есть волейбольная площадка, душевые, переодевалки, места для курения. То есть, в принципе, пляж оборудован всем самым важным, что вам здесь надо. Есть питьевой фонтанчик, также тут, видите, играет музычка, проводятся небольшие анимации. Вот сейчас с детьми занимаются аниматоры. Отдельно есть детская зона со своей песочницей, качельками. В общем, выглядит все это очень красиво и интересно, дорогие друзья. Ну и самое главное, что вот оно море наше классное и прекрасное. Смотришь и радуешься жизни, как здесь все великолепно. Сегодня у нас волна, морешко чистое, красивое и классное. Так что, дорогие друзья, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Все по-честному, все как всегда, без каких-либо прикрас. Берегите наши дюны, защищайте их тоже. Если увидите квадроциклы, снимайте на видео, присылайте, будем публиковать. Температура воздуха, друзья, 23,5 сегодня. Температура моря 24 градуса. Море на контрасте с воздухом вообще кипяток. Водичка супер теплая, все по кайфу. Приезжайте к нам на отдых. Мы вас ждем.